Желтую-то доставай. А, подожди. Желтый-то идет. Друзья, всем привет. Это мастерица Алена. Вот снимаем как есть, вот в доме сыроедов. Здесь уже вечер. Друзья, вот у нас тут такие обережки. Старославянское плетение. Такие вот чудесные вещи. Репейник. Засеянное поле. Свара для знака. Вот они двухсторонние. То есть этот в одну сторону. Это чтобы не нарушать пространство. Обилие. К тебе стучаться надо, если заходить. Вот, друзья, с чего все начинается. Мы выбираем себе тебе нужны на данном этапе инструменты. То есть это ножик, ниченки. Их две, по идее. Сволочок. Родиться, твое ощение. Вот это уже основа, да, готова? Да. Это уже твое ощение. Вот это вот уже вся длина, да? Как? Да, да. Вот, я выбрал желтый-зеленый, потому что это самые веселые цвета. Проводить. У меня только один друг удалось провести одно занятие. Вот, друзья, нет, даже пишите комментарии, Алена будет проводить мастер-класс обязательно. Вот у нас это пошла схема. Математика, это схема. Ну, она не очень 2 красивая. Тонна полутон, 3 тонна полутон, да? Вот, все, готово. Мне там было так классно, я такая была счастливая там. Я увидела 2 чели в голове. Одну чели я сделала, вот красно-белую. Мне подруга попросила привезти себе. А второе у меня чели было желто-зеленое. Я как бы... Оно как, привиделось, да? Да, я просто видела репейник, вот этот знак, репья половинку. И поняла, что хочу делать. Как ты его с ним увидела? Нет, просто ну, сидела и поняла, что хочу делать репей. Репей вот таких цветов. Я горю, вот это успела сделать, а яркое не успела. Я говорю, ну ладно. А потом появляется Максим и говорит, я хочу чели. Да какого цвета? Желто-зеленого. И я понимаю, что я увидела, сначала увидела чели, а потом познакомилась с человеком, для кого она пришла. То есть так тоже бывает. Это вот, маленькие детки уходят спать. Вот он, могучий глаз. Что-то то же самое монтирует, что я снимаю сейчас. Сейчас мы нанитываем на чели это. Ниточки, сейчас покажу. Вот, и потом у нас это будет палочка так вук-вук скользить, да? Да, будет сволакивать. То есть она сейчас задает у нас порядок ниток. Мы выстраиваем твои мозги. Это не на подарок? Нет, это меня подруга забирает уже. Я попросила привезти ее себе. Чередуем ниточки. У тебя краешки будут зеленые, темные, светлые. Ну, темный свет, например. Полосочки. Но это процесс не быстрый на самом деле. Я сейчас буду долго сновать. Каждую ниточку нужно на свое место поместить. Вот это будет основа чили. Это такая шитовая, что? Да, обязательно схемку делаю. Ну, я думаю, можно без схемки, но я пока со схемкой, потому что мне удобно. Да. Темно-зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый. Ага. Это будет вот у тебя краешки. У тебя бережные ниточки красные, чтобы твоя энергия не уходила, как не распылялась. Чтобы ты был собран и понимал, куда ты идешь, свой, чувствовал вектор. И так на всех? Вот, практически, да. Красные здесь, вот на всех, вот. Даже да, здесь она нет, здесь у меня она синяя, вот, например, здесь тоже она красная. Но здесь немножко другой край, он здесь пунктиром. Краешек сделали. Вот. Аленушка говорит, я первый человек, кто наблюдает это. Две. Одну в одну сторону, другую в другую. Да, это называется верхний перекрёсток. Какого нельзя? Нельзя, нельзя вот это. Да. Здорово. Дальше у нас идет уже сам рисунок. У тебя рисунок репей. Понятно.
же надо вот эти все штучки еще к ним. Палочки всякие. Знаешь, я когда на обучении... Вот это на первом занятии вот. Научитесь такой, если пойдете. Это все не обязательно, чтобы было цивильное. Можно взять там кусок черенка от лопаты, можно взять скалку, можно взять любую крупную кубышку такую, да? Главное, чтобы краешки были немножко толщины, чтобы не такое. То есть можно изоленты замотать. Да. Если нет ножа, нож, да? Обычный нож? Стрел. Нет, линейка. Обычная линейка, пожалуйста. Если нет ничего, есть ватные палочки. Ватные палочки просто наматываешь. Вообще прекрасно. Я так и раньше начинала. Все. На самом деле ничего не надо. Если нет карабина, да, к которому можно прицепиться, да можно взять просто ниточкой привязать так же. То есть нет проблем. Здесь вообще нет проблем. Так что просто если хочется, можно делать из того, что есть. Схема, видишь, верхний ряд это верх, нижний это низ. Вообще вы быстро схватываете, друзья. У меня по геометрии пятерка, я бы смог даже повторить. Здесь, да, ты знаешь, здесь простройка идет прям на эту тему конкретно. То есть я гуманитарий, конечно, мне прям тоже нравится. Когда вот, делаешь схемы, ну, не знаю, это так здорово, это так интересно. В голоде уже сутки нынче нахожусь. Да, друзья, вот кто говорит про голодание, что сил не будет, это у нас Георгий. Да, второй день сухой. Вот, посмотрите, второй день сухого голодания. Шла пятая минута. Ну, это кропотливо, да, очень, на самом деле. Ну, а настройка важна. О, себе. К себе то есть, как? К себе, то есть одна часть там, куда-нибудь, куда можно прицепиться. В данном случае к лавке. И все, и вся уходишь туда в процесс. Да, вся. Вот у нас и это небо, это земля. Угу. Мы должны поменять местами. Менять местами, потом возвращать на место. Обмен энергии идет, да? Ну, мы же живем между небом и землей, грубо говоря. Ну, так, если сказать. Смотрим на небо, стоим на земле. Сейчас я буду менять места. Тишина, да. Мамочка и Девика. По очереди достаем те ниточки, которые вниз. Сверху. Вниз, а которые снизу вверх. Наверх, да. Угу. Так все полностью проходим. Угу. Бородатая ты. Ты представляешь себя? Бородатая ткачиха. Я смогу, у меня геометрия хорошая. Ты знаешь, мужики как ткали раньше? Которая привязывается нить. Мы закрытые, мы поменяли местами верхние нити и нижние. Ага. Теперь мы в этот зев надеваем ниточку и ниточку. Задача каждую нитку подцепить вот этой ниткой. Каждую нить подцепить ниткой. Пронизать что ли? Давай посмотрим. Мы взяли ниточку. Да. Она зацепилась. Значит, да. Мы можем держать. Ага. Следующую. Раз. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы каждый раз нам нужно менять нитки, да, зев. Нужно делать открытый, потом закрытый. Для этого нам нужно... Чтобы они не путались. Чтобы не ножом это делать, ага. А ниченками. То есть мы будем нитки поднимать, а когда мы опускаем ниченку, они будут... Вставать на место и поднимать, и будут в нужном порядке. Все уяснил, вижу, как это работает. Все, поехали, каждую ниточку мы вот так вот
считаю. Давай, подержи. Давай. Что у нас там красное? В глазах рябит, потому что ярко, юбка яркая, все это сливается в глазах. Угу. Юбку не сама делала? Нет. Это... Нам повезло, как бы отчели, это ниточек очень мало. Здесь порядка 50 нитей. А если пояс сделать, то там достанет такой больше. Ну да, да. Так, завязываем узелочек. У нас ничего нет. Но хочу сказать, раньше отношение к нитям, конечно, было другое. В плане? Каждая нитка делалась вручную. И вот так вот варварски, как я, никто на узелки не завязывал. Смотри, выбираю ножик и открываю зев. Видишь, у нас все зев прямой получился. Но чтобы поменять местами, мы тянем за ниченьки. И все. И он открывается, да. И можно работать уже. Здесь хитрю, выставляю сначала палочки, выравниваю сам поясочек. Поясочек, качели наши. Открываю зев. Так. И первая наша с тобой уточная нить, она проходит. Мы ее подбиваем. И открываем зев. Пока это без узора, потому что это на самое начало. Рябушка. Начало вот с рябушечки, сейчас мы, да, потихонечку сначала убираем нить рисунка каждую, и получается у нас белое пространство, основа. То есть мы сейчас постепенно убираем нить рисунка с краешка. То есть здесь уже у нас нет нити рисунка. Теперь у нас будет... Ну, то есть убираем все желтые. Да, постепенно, но не все. Сейчас объясню. Интересно, а убираем, а ничего не добавляем? Нет, я сейчас хочу сказать, что мы будем постепенно сюда убирать, а здесь будет добавляться. Там уже пойдет узорочи. Поэтому... У нас по схеме, ну, по моей, здесь получается будет три. Я понял, я понял. Ты не поймешь, там важно. Да я все понимаю, ты говори мне, как будто я взрослый. Плотно получается. Интересно. Сразу две, да? Да, сразу две убрали вниз, потому что они на схеме, их нет, они нам не нужны в узорочи. Первый момент и появление узорочи, ну, до сих пор для меня как какое-то волшебство. Угу. Сказка. Такое ощущение такие интересные. Так, это не нужна, мы вниз. Все, убрали. Так, весь, все, челлендж. Ой, 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 детки, детки, цветы жизни. Прибежала, моя радость. Давай, давай, сальто, сальто, оп. Молодец. Стой, стой, не думала. Давай, мы две птицы берем в бою. Давай. Раз, два, три. Постой, стоп. Стоп, ты стоишь в этой лавке. Я. Так, что у нас там дальше по схеме? Угу. Два, три, три, три. Все. Стой. Вообще, оно прям... О, какое работа со зрением-то. А, рябит в глазах, он очень, да, яркий. Так, дальше смотри. Вот одну убрал, вторая, три пустых. Теперь надо поднять. Стой, что ты делаешь? У нас три пустых, одна она должна остаться. Вот это ты нету, ее упусти, подожди. Она есть, она вот она. Зеленую не потеряй. Не потерял зеленую три. Три. Молодец. Теперь, три. Теперь три что, зеленую оставляю раз. Ну, это убираю два, это да, три. Да. Теперь три оставляю раз. Да? Потом между... Нет, стой, потерял. Зеленую потерял, не убираю. Угу. Добавляю два и добавляю три. Да? И вот... Так. Так. Все, я что-то все? Я волнуюсь немножко, вообще получится. Все, нет? Шикарно у тебя получается. Да. Так, вот здесь придерживай, потому что, да, может быть некрасиво. Ага, ага. То есть, да, контролировать, да, будет этот момент. Краешки тоже сильно затягиваешь. Будет у тебя, ну, неровно. Вот, видите, узор идет. Подбить не забывай, надо закрыть. Чтобы закрыть, у нас это был закрытый зев, надо поменять местами. Открывай. Открываю этого сволочка. Так? Да. Вот так, друзья, это мой первый опыт, вот первые два рядка, и я счастлив.
Почти груд, кажется. Это тяжкий труд, на самом деле, друзья. Вы не думайте, что это так легко. Вот, я попробовал сделать, кутался. Но глаза у меня до сих пор болят. Я уже сколько, полчаса, наверное, отдыхаю. Вот. Это очень классно делал, на самом деле. Вот, всем рекомендую. Вот мастер-классы, Алена. Вообще грамотно объясняет все. Я понял вообще сразу. Махом. Где бумага? Ты способный ученик. Где? Да тут все понятно. Посмотрите, друзья. Вот, вот так вот делаем. И все, все будет круто. Полночь. Волшебное время. Уже потух камин. Это сволочок и единственный. Очередной ученик у Алены. У Алены. Привет подписчикам Макса. И делаю мне схему, по этой схеме я делаю рисунок. А, вот как набор осуществляется. Да, то есть то, что ну, мне понятно. Нужно, я поднимаю снизу, то, что не нужно, убираю вниз. Вернуть же можно? Ну, вообще, по идее, в обережном качестве вот ничего вот. Не распускается. Ага, как да. Получилось, открывается. Так, любая ошибка в обережье, она усиливает свойства обережные. Маша торжественно меня подвязывает, вот. Теперь буду... Обрекаю тебя только на мудрость. Да. Никаких больше дурацких дред и обстриганий там волос по-дурацкому всякое там. Теперь буду мудреть. Вот. Хотелось бы сказать благодарность Алене. Вот. Мне нравится, как она сделала это все. Вообще кайфово. Буду тебе так ходить.